Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 59, итальянский сумка у Оксаны. Вот как делать заказ. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Вот получили тут коробочки. Товары получили, да? Да, но это винтаж, скорее всего. Короба, я вижу, тяжелые. Ну да. Вот винтажная кожа. А нет, пол царапки пришли. Так, девочки, пришли царапки. Цвета. Вот этот новый цвет, темный джинс. Вот эти цвета. Это не, это шампань цвет. Марма, я другой чуть-чуть. А вот это там какой-то белый. Тоже марма. Белый. Пудра. Вот такая именно хорошая пудра. Там не один короб будет. Вы не смотрите, коробов будет много. Там зелень. Зелень. Вот, кстати, зелень. Кто спрашивал? Черный. Черный. Белый. Тауп. Тауп идет средний. Это не темный. Ну, это, да, отшивали там. Может, там еще что-нибудь есть? Будут еще другие. Да, тауп вот этот очень красивый. 3800, девочки. Ну, я их показываю в каждом ролике. Если что, там будут еще коробки. Подожди. Да, все. Давайте следующий короб начнем разбирать. Потому что съемка тоже, скорее всего, может быть, что... Ага, что это, второй короб, наверное, первый, второй. Давай, Аллочка. Вот здесь. Да, здесь что у нас? Ага. Это у нас пришли эти, я потом покажу, карт-холдеры. Это карт-холдеры. Так, цвета. Горчица. Ал, давай сюда, наверное, там уже следующий. Тауп черный. Синий. Синий чернила прям, да, пришел. Тауп очень красивый цвет. Там, смотрите. Давайте ко мне сюда. Так, давайте туда. Сейчас дайте я щелкну. Ой, эти белые, белые у нас вообще есть? Нет. Белых нету. Нету вот этого цвета. Это новые это цвета, распечатывайте. Так. Ну, что, не так много же их. Вот этот цвет, я не знаю, есть. Серый, пудра. Пудра у нас есть? Тоже закон. Ну, они были, да, закончились. Вот этот мне цвет очень нравится. 2500, девочки. Давайте. Юль, давай попробуем. Черные тоже пришли. А их там одна или две, три, наверное. Черных тоже нет. Черных нет, да. Нет, это под царапку, это возьмите маленький пакет. Или под вот эти квадраты там будут. Не, ну вот эти вот. Да, кстати, получили вот эти светлые. Видите, Рахим, покажи. Не видела такой цвет. Это новый цвет. Салатовый.
Или какой, да. Ну, цвет новый, их не было. И вот этот идет такой, как марма. Ручки коньяк. Рыжий. Вот этот новый цвет с розовым. Ну, сейчас распечатаем. Юля, вот под эти возьми большой пакет. Так. Этого не было. Не было. Сейчас я покажу. Да, это... Внимание, смотрите, на ручки, потому что бывают ручки разного цвета. Вот пришла модель шоперы. Так, это есть, это есть. Так, Рахимочка. На. Да, Ксоночка. Смотрите, фиолетовый электрик. Я пакеты пока не снимаю. Вот такой цвет. Он идет даже как желтый. Как желток. Вот такой цвет. И марм. Но он не белый, не чисто белый. А вот дай-ка я. Они у нас по 6500. О, шопер и зелень. 8500. Дно на ножках идет. Внутри... Одно отделение, длинный ремень, качество шикарное просто. Вот такой вот шопер. 8500, оптовая цена. Коньячник. Ой, коньяк какой красивый. Прям аж горит. Вот пахнет. Она, кстати, кожа пахнет по-разному. Зелень не так. Зелень не так. Вот этот вот пахнет по-другому. Прям. Так, сейчас, ну да, давайте я все сюда. Черный есть, еще открывайте. Так, это у нас, знаете, царапка. Вот, синий цвет. Кстати, на, Юля, распечатывай. Девочки, сейчас у нас идет последний день акции. Последний день. Завтра выходит новый ролик с акцией. Пока не 6500, до завтрашнего дня. Ну, то есть до новой акции. Так, оранжевый. Смотрите, вот такие цвета. Давайте пока вот эти вот мне шоперы. Давайте. Так, девочки, синий цвет, красный, зеленый. Смотрите, вот черный цвет. Юля, она распечатывает черный. Да, шоперы тоже. Открывайте, я сейчас сделаю фото. Так, это у нас, что мы делаем для телеграм-канала еще фотографии. Да, вот так вот держите. Да, красиво. Все, цвета классные, да. Теперь давайте эту. Я держу. Юля, распечатай. Да ладно, пусть падает. Мы сейчас быстро распечатаем все. Так что еще раз говорю, последний день акции, девочки. Ой, да, класс. Сумочка внутри. Пока по акции. Пока 6500, последний день. Вот такой цвет, тоже красивый. Да, у нас уже украли название достаточно. Сперли уже цвет лысого кота. Ну, цвет лысого кота, он идет немножко, мы это так называем, но он идет в серость чуть-чуть. А это именно... Как она идет по каталогу, как они его называют, о, наконец-то дождались буйвола нашего, шоколадку. Сейчас посмотрим. Юля, принеси мою, пожалуйста. Алла, открывай одну, сейчас посмотрим. Я хочу прям посмотреть. Вот, девочки, открываем первый попавшийся. С глянца или нет? Все, в глянце. Наконец-то. Какова с прожилками, ну, в глянце. Так, вот моя, девочки, это моя. Рабка, моя личная. Да, ну-ка. Вот, кстати, цвет пришел, как у меня. Э,
ну, глянец, я хочу сказать, вот у меня более матовая. Здесь, я говорю, прожилки будут, но глянец, это вот идет блеск, если вот... Я даже не могу его так вот, у меня вот телефон. Так вот он переливается, да. Угу. Да и как-то его... Что? Вот так вот может. Стой. Подожди, подожди, нет, я же телефон держу, мне надо уловить все. Да. Так, под клапаном. Под клапаном. Я всегда показываю. Может быть вот так вот, девочки. Так, давайте. И сейчас собрать... Давай открывайте, да, у нас все равно, Юлина. Посмотрим, сколько. И еще хочу сказать, вот сейчас отшили нам, теперь только в мае месяце. Я еще месяц назад... Ой, этот вообще в глянце. Смотрите, как зеркало. Я заказала их еще месяц назад, да. То есть, ну, вот эта партия, которая была в начале января заказана, получили. Заказываю месяц назад. Мне сказали, отшив будет. Я в мае месяце. Так что вот это вот, что 100 штук мы сейчас получили, цвет шоколад, это на несколько дней, но потом до мая месяца мы получать их не будем. Там заказано 500 штук, но раньше мы их не получим. Ну, расцветок. Ал, бери-ка. То. А то сейчас твои еще продадим. Нет, они вот, ну, поэтому хочу сказать, заказы очень большие на этой фабрике. Через неделю приезжаю, заказываю еще. Уже ставит на 2 месяца еще позже. То есть, насколько идут большие заказы. Это мы будем в мае получать, потом в июне. У меня уже весь заказ на июнь месяц собран. На июль даже. Буйволы до июля месяца будут. Ну, а что, надо там тысячами. Нет, ну, модель шикарная. Поэтому, как мне, ну, мой курьер говорит, давайте, говорит, может, возьмем... на какой-нибудь другой фабрике. Я говорю, никто не отошьет такого качества, да, как именно этот фабрикант шьет. Нет, у него Милан, Франция отшивает. Ну, там просто вот показывает такой список, люди заказ, насколько, да, по 2-3 месяца надо ждать. Ну, и то это он нам постепенно отшивал. Я говорю, хотя бы постепенно, вот, ну, 100 штук того, 100 штук этого цвета. Еще черных 50 штук нам дошил, и потом буйволенка дошивают нам маленького. Вываленка во вторник, наверное, уже будем забирать. Маленького. Там все цвета. Я рассказываю. Вам уже работать не терпится. Да, девочки, все. На этом все. Пока мы начинаем. Да, у нас работа кипит. Спасибо, дорогие подписчики. Подписывайтесь на наш канал YouTube и Telegram. Улыбаемся.